И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, мой сын Ярик, Angry Panda и енот. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А сегодня мы играем на карте FNAF 3, будем с Яриком охранять пиццерию, а пацаны нас будут пугать. Ну что, Ярик, ты готов? Да. У нас есть маска, чтобы одевать. Чик. Чик. У нас есть прожектор, чтобы отпугивать их вентиляцией. Там брюштрап. Где? Опа. Вон. Свети, свети, свети. Ушел. А, он просто мимо проходил в туалет. Или просто. Ха-ха, я не знаю. А ну, Ярик, загляни туда, никого там нету. Посмотри, посмотри. Это ого! Что? Маску бери. Опа. Так, 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 все отлично. Там кто-то стоит. Нет, там никто не стоит. Отключим прожектор. Опа. Они двери поломали. Нифига себе. Открывай! Маска! Маска, маска! Мы свои, мы хорошие. Тут никого нету, мы здесь просто вдвоем. Открывай его фонариком. Очень жарко в маске. Уходи! Фух, очень жарко, я потею. А, плюштрап! Ну нафиг! Ярик, а ну иди посмотри на камере. Вот я под... он! Кто, кто? Плюштрап. Иди на него! Свети, свети фонариком. Уходи. Это наша пиццерия. Так, всё, я на разведку. Давай, иди. Я буду на камере тебя смотреть. О, марионетка тут. Я видел ее, я видел, Ярик. Осторожно. Так. Фонарик. Есть, есть. Она меня за жопу укусила. Иди, будем тебе компрессор делать. Так, никого нету. Сейчас, я пытаюсь. О, я прибежал. Отлично, отлично. Так, что у нас там? Никого нет? Ярик, я заглянул. О! Там Фантайм Фредди. А, маска! Одна маска не помогает. Блин, что делать? Бежать. Беги, Ярик. Я сфотографирую напоследок. А что не могу побежать? Бежать? А, это из-за маски. Где ты? Она тут! Она мне прям в лицо прыгнула. Так, 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 Ярик, я прячусь. Я уклонился еле нет. А! Кстати, а чё скримера-то не было? Так, хорошо. Там, Бонни, Бонни. Маска. Фух. Жесть, Ярик. Там! Да ладно, да хватит. Мы свои, мы просто тут стоим. Смотри, еще пришел зубастый челик. Опа, ушел. Ха-ха, они так прикольно ходят здесь. Блин, в маске жарко, Ярик, да? Вообще нереально дышать. Да. Фух, аж вспотел. Надо запрыгнуть на ящик. Ить. Че не могу запрыгнуть? Опа, а я иду, иду, шагаю по Москве. Шагаю по FNAF 3. Опа, задним ходом, нормально. Маску, 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 быстрее. Тут опа, быстро. Вижу, вижу, Ярик, спасибо, что сказал. Ярик, фонариком свети. Ой, просто бегаю. Фонариком, вот, вот так, вот так, вот так. А, в глаза бьет, да? Не нравится. Уходи. Ты меня сильно напугал. Смотри, кто там ходит. Красавчик. Привет, монстрик. Это добрый, у нас... А, не, он злой. Я сваливаю. Блин, да маска не помогает. Середина ночи прожита. Кто-то вымажал нам тут... вентиляцию все. Кто тут шагает? А! Я свой, я свой. Я здесь хожу себе просто. Вентиляцию чищу. Ты Shadow Trap. Он же умный. Он, Ярик, он давай сюда. Увидит, он сейчас под землей лазит. Он сейчас увидит, что мы охранники. И нас убьют. Сзади! А! Ах ты кабан. Ну хорошо. Ладно, ладно. Мы спалились с тобой, Ярик. Мы очень громко тарахтели. А я тут полежу, отдохну, вентиляцию. Опа. Пришел, 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 красавчик. Как дела? Как дела? Ой. С Яриком нормально стоим, стоим, все хорошо. Привет, как дела? Ярик, он пахнет или нет? Он меня увидел. Ушел. Обиделся, что ли? Мы тебе пирожки хочешь потом дадим? У них нюх
у аниматроников хороший. Они меня нанюхали. Нанюхали? Я близко подошел, он меня нанюхал и убил. Приходи завтра, мы тебе принесем жареную картошку. Сзади! Сзади! Что сзади? Я свой. Видишь, у меня маска. Я Фредди. У них нюх хороший, они сейчас нанюхают. Да не нанюхают. Есть, 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 есть. Да ладно. Я сфоткал. Дышим, дышим, дышим глубоко. Я сфоткал, все хорошо, Ярик. Привет, а мы свои. Ну чё, уходи. Он смеется, он похож... Ну нафиг, я свой. Ого, их тут. Это жесть. Есть, ушли. Блин, на меня молотом в паде занюхал охранника. У них еще нюх хороший, я забыл. А, ты когда умираешь, ты просто... О, ты как-то странно, у тебя смерть, ты стоишь, потом умираешь. Так, уходи отсюда. Балун-боюшка. А, балун-бой ничего не сделает. Он фонарик нам отключит, у нас свет сейчас выключится. Ай, нифига себе, он 5 хп у меня отнял. Лучше маску надень, он сейчас тебе, этот, у нас сейчас света не будет, он все... Все, он ушел. Электричество он заберет. Так, все записываю на камеру. Взял камеру, видишь? Вот запис. Понял, о! Понял. Милашка, смотри. О, смотри, так как? Он нам ничего не сделает, это добрый аниматроник. Мангл! Опа! Я на камеру все здесь снял. Снимай, снимай ее, на YouTube выложим. Мангл, мы покажем ролик, что ты ночью ходит. Ой. Ой-ой-ой. Так, все, продолжай. Ну что тут все ходят? Тут сейчас это скатил. Очень сложная ночь, Ярик. Это 12-я ночь. Там Фредди! Я вижу. Сгоревший. Идет, идет. А, это Чика сгоревшая. Здрасте. Привет, а мы свои. Так, Ярик, надо вооружиться. У нас в ящике где-то должен лежать пистолет. Сейчас. Ярик, смотри, какой у меня пистолет. Так, кто будет тут ходить и нас мочить, будем мы наказывать. Hello. Ты добрый или злой? Злой он. Не, он добрый. Да он сейчас тебя укусит за жопу. Если укусит, я его убью сразу. Так если он тебя укусит, то он уже тебе этот, откусит кусок жопы, и ты не сможешь. Не, это добрый аниматроник. Он не добрый, он злой. Он добрый, смотри, он ничего нам заходи, не делает. Заходи, я сейчас забаррикадируюсь. Давай, давай, застроимся чуть-чуть. Так. Не-не-не-не-не. На! Он убил! Ты видишь, он злой. Он убил своего, что ли? Да, он настолько злой, что своих может даже убить. Не, ну если они друг друга валят, значит он к людям добрый. Видишь, как он так, хороший? Тогда я бригадируюсь немножко, у меня тут коробочек. Давай, немножко. Он будет с нами жить. Так. А что в коробках какие лежит? Какие тяжелые коробки. Так, еле-еле их поднимаю. Та физга нам, мне кажется, легко поднимать. О, это добрый Ярик-аниматроник или злые? Это добрый. Понял. Так, чё ты ржёшь? О! Это был... Блин! Так резко? Смотри, они нам коробки поломали. Ах вы жлобы. Я немножко приуныл. Так, кого мочить? На! Это добрый аниматроник, видишь? Он с нами будет. А немножко поеду, я уже устал стоять. Так, кто у нас тут? Иди сюда. Буду подсвечивать фонариком. Ярик, пошли мочить их. У меня есть секретное оружие. А то они уже надоели, постоянно от них надо убегать. У меня пули криптонита, которые убивают аниматроника с одного раза. У меня тоже такие же пули. А ну-ка иди сюда, сыкуны. Это добрый. Трогаем. Я знаю, это добрый. Или злой. Так, ставь вентиляцию, давай проверим. Давай. О, тут запах какой-то аниматроника есть. Нормально. Так, за нами следует какой-то маленький аниматроник Мишка. Все чисто. Так, идем. Я включу фонарик здесь. Пусть светит.
Чё-то никого нету. Блин, этот аниматроник, он злой. Он злой. Может его убить? Давай лучше убьем. Так он нас ни разу не трогал. На! На! Ай, я! Ярик! За что ты меня убил? Я же добрый! Я не чаю. Ого! Ярик, блин, так я рядом стрелял, не в тебя. Жесть, а ну телевизор. Ого! Я бы уже тебя покусил за лицо. На! Ярик, я отомстил. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Виктор Кошак, Серега и подписчики. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас FNAF 3. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Ну что, Серега, ты готов, что мы будем сегодня Кошака пугать? Даже не просто пугать, будем просто мочить его жестко, потому что он в тех сериях просто задолбал меня уже. Пора его мочить. Ребята, все пьете, кушайте, приятного аппетита. У кого день рождения, с днюха вас, ребята. Я знаю вас очень много. Ну, а мы будем, Серега, уже ползти под сетку, что-то фигня получается. Я до вас доберусь, засранцы. Я знаю, что надо сделать. Сейчас, мы будем... Давай удивим немножко. Так, есть у меня один чили-пиздрик. Так, я уже понял, что они будут. Нет, это не тот чили-пиздрик, вот она. Так, 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 я слышу, они начинают какой-то фигней уже заниматься. Серега, ты где? Ай! Давай, не жалей их, они вообще ничего не стоят. Все, всех съел. Да. Даже мне ничего не оставил, какой-то жлоб. Жадина, говядина, соленый огурец. Так, знаете что? А чё я не могу никаких... Где невидимые чили-пиздрики? Во, я этого помню, сейчас он оживет. Кто-то там через стенку лазит. А, я могу типа заглядывать в окно. Смотрите. Привет. Ну чё? Ай. Вот так даже можно сделать. Неожиданно. Серега, они ничего не стоят. Да, вообще легкие. Ого. Там можно как-то челюсть с него выровнять, я уже не помню, как это делается. Во, другой режим включил. А, за что меня? Оно через стены валит всех. Фу, читер. Все, я отдыхаю, сижу. А чего там вообще творите? А я сижу возле их решетки, они что-то нифига не делают. Не того, что вы с нами сделали. Я могу вас еще раз убить, но мне просто вас жалко. Я с тобой, Димас, посижу тут рядом. А, привет. Привет. А что-то у тебя ноги трясутся. Да холодно, замерз. Да не, пацаны, такого нас не берет. Это как это слабое очень оружие. Щекотно, знаете, пятки так это разогревает. Слабо, слабо, вообще ни о чем. Димас, они меня зато в стену, вон, смотри, как загнали. Я в стене. Смотри, сейчас тебя прям под жопу закинули. Я в стене, Димас, ладно, встаю. Так, чумной, давай их забросим гранатами. Да у вас гранаты какие-то слабые вообще. Где вы их купили? На блошином рынке где-то. Так, я вам выдал гранат, давайте на счет три их забрасываем туда. Бросайте, вы сами себя поубиваете сейчас, смотри. Два. Закидываем их. Да нет, такой не берет. Вообще, ты вообще как-то, Кошак, чё ты такой слабый? Ты же раньше, вообще. Ты раньше какой-то жестче был. Мне кажется, ты слабенький стал со временем. Он своих убивает. Серега, обстоятельства не хотел. Я вижу, какие обстоятельства. Да эти аниматроники, они со спины валят, так как-то неинтересно. Ну, в этом есть прикол. Только я своих мочу, видишь? Ну, ты слабый, как всегда. Кошак, как ты раньше, ты лучше играл. Мне кажется, ты уже все слабым стал. Стареешь. Стареет, но до сих пор эффективен. Серега, как всегда, мочит. Не, вообще ни о чем. Мне кажется, слабый очень стал. Что-то упало тут, что-то. Так, надо взять какого чили-пиздрика вот этого вот. Ой, привет. Сейчас. Есть у меня в загашнике еще пару штук. Димас, я сейчас. А что я не могу пройти? Сожру. Он же маленький.
Не-не-не. Вы вообще какие-то пацаны стрёмные, сами себя они валите. Сами себя убивают. Виктор Кошак, ты вообще какой-то стал очень странный. О, я тебя умоляю. Я всеми способами пытаюсь. У тебя не получается совсем. Димас, я у них внутри. Сейчас. Спасибо тебе, нормально. Я теперь понял, что ты чувствуешь, когда я тебя убиваю. Я не хотел. Да нет, так бывает. Обстоятельства, обстоятельства. Давай, как всегда, мочи, давай. Нормально получилось. Так, пацаны, я свой. Да, теперь я понял. Ребят, надо что-то придумать против них, надо как-то отбиваться. Да вы ничего не можете. Если вы пытаетесь от нас избавиться, то у вас это вряд ли получится, потому что мы вас найдем и сожрем. Теперь у меня есть такая... Да, чеда, не пишите в комментариях. Так, хватит, короче, стрелять. Ребята, если вам нравится, поддержите нас лайком и подпишитесь на канал, я буду очень рад. А ну-ка, уберите свои конченые решетки, я уже готов действовать, смотрите. Димас, просто всех раскидал. Да, вы вообще просто очень слабые, раньше вы были лучше. Я не вижу какой-то активности с вашей стороны. Да, мои тиммейты вообще... Во, да, вообще... они молодые какие-то, хлюпики. Я вообще за картой просто похожу здесь. Понаблюдай, как я тут их пугаю. Так. Я не знаю, куда лечу, но просто щекотно, ребята, это щекотно. Ого, ты, конечно, взял такого жесткого. Они тебе ничего не сделают. Забрасываем его свинцом, давай. Да... Так, все, я отошел. Я пошел к Сереге. Они тебя валят. Вы же знаете, что это... О, привет! Да, раньше было лучше. Просто наваливаем их. Димас, я открыл дверь, заходи к ним. Я иду. Они тут меня мочат. У них мне не получится. Это пинтуха пришла. Этот мечом пытается убить нас. Его стоит. Давайте какую-то лучшую попытку. Я даже ничего не буду вам делать. Просто покажите, что вы можете. Show me what you got. Да. Как будто комарики это. Не получается вообще ничего. Слабо. Очень слабо. А помощнее ничего нету. Ищем помощнее что-нибудь. Надо им стимки-то почистить. А, да, почищу. О-о. Ну получше, но все равно слабо. Опа, вот это уже, конечно, читерская фишка пошла. Кстати, а меня заморозило. А как ты это сделал? А мы фокусник. Кошак своих убивает, как... Молодец, кошак. Виктор, как... О, убили, наконец-то. А чем это не замочили? У меня было 800 тысяч. Они спауниваются же друг в друге. Смогли все-таки как-то преодолеть. Респект. Читером, но все равно. Хорошо. Сейчас я покажу кое-что другое. Готовимся к следующему удару. Серега, а ты где? А я тут это в коридоре стою за Фоксиана. Ну-ка, у меня появилась идея. Привет. Здорово, пошли. Ты палишься, Серега, очень жестко. Не пались. Зачем за электрошок? Не палюсь, все. Я замерз. Я же вспомнил, мы. Персонаж может хавать все двери. А, так ты все сожрал, обжора без мотора, ты такой. Обжора без мотора. У меня 750 жизней, это как-то вообще не смогут нас убить. 9896. Иди ты вперед. А, щекотно. О, щекотно. Оп. Ай, просто все. Ладно, миссия выполнена. Всех сожрали, пойдем это спать. Так, пока они спят, надо им полицию надавать. Где они? Пошли искать их. Так, не палимся, сидим за углом.
А у тебя же они не добавляются, когда ты режим меняешь? Ой. Нифига себе, что это за имбовое оружие? Я стал каким-то, ну, таким бешеным. Ты какой-то стрёмный стал, и звуки классные издаёшь. Так. И батарейка села. Смотри, кого я сейчас возьму. Это что за шарик? Это не просто шарик. Я не знаю, что надо делать, просто подождать. Сейчас лопнет. Опа. Свет. О! Я их могу пугать, у них скример появляется. Я знаю, что ты пугаешь или убираешь. Не, ребята, вы какие-то вообще слабые стали. Ты скримеры только кидаешь, Димас. Так они ничего не видят в это время. Или видят? Ничего вообще не видно. Так, это какой-то неинтересный. Они черную очко черное там взорвали. Не, не берет. Вообще слабо. Friendly fire. Извини, Димас, обстоятельства. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега и Фокси. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, Серега, по местам? Да. Так, вот, давай, ого, ты видишь, как он быстро бегать может? Аж ветер пошел. Бесплатные пирожки раздают. Так, Диман, закрываем все калитки сразу. Так, закрываем. А вот эту верхнюю можно закрыть? Давай посмотрим. Можно, можно. Ох, так вообще шикарно. Только тут очень жарко будет, и мы вспотеем. Так, а эту можно? Опа, смотри, уже баллон бой пришел. Все работает. Так, баллон бой, до свидания. Своим шариком вонючим пришел. Ага, продает шарики нам. Так, два. О, смотри, лезет, лезет, красава. Ползет? Да, ползет. Дай на него посмотреть. Видео. Смотри, красава какой, прощай. Давай, давай. Я ему пальцы прихлопнул. Вижу, вижу. А как так? Нормально, нормально, ребята. Серега, нормальная озвучка, хорошая. Кстати, Серега, тебе надо быть актером, поприщемили у него палец сам. По озвучке. Так, знаешь, что в фильмах, короче, причемили пальцы. Зовем Серегу. Профессионал просто. У него микрофон. Опа, подожди, тут мангл, я перепутал. Прощай, голову отщемил. Димас, ты сегодня это убиваешь. Убийца аниматроника. Кстати, дверь уж можно убить, да? А ну пролазь, я тебя прищемлю. На. Верми прибивать. Смотри! А-а-а! Да как он пролез? Диман, боги! 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 Я его закрыл. Так, 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 прячемся. Ого, я ж дернулся. Нормально. Так, я тут в каком-то офигенном месте. Тут. Там марионетка была. Так. Диман, я иду к тебе. А где ты? Красные глаза бегут! А, марионетка, Димас, быстрее в хату. Блин, я ее не видел, она какая-то очень стрёмная. Так, хорошо. Сейчас мы кое-что сделаем. Сделаем так, чтобы вас заглючило. Получилось? Так. Да, нет. Все, я здесь. Так, охранники на месте. Опа-на, я слышу Фредди, он ржет над нами. Какой-то стрёмный голос. Так, а здесь нарисован клоун, и он смеется. Смотри. Так, сейчас мы возьмем оружие. А, ты уже хочешь нападать на них? Оп. А, это и есть твое оружие. Ну да, буду ныкаться. Прикольно, прикольно. Да, я тоже такое возьму. О. О. Нормально? Четко. Не идет хоть? Открывай. Эй, мужики, выходите. О, закрывай! Ты без маски ходишь. А вот с маской. Здрасте. Здравствуйте. Как у вас дела? Бонни, откуда вы здесь? А? Тут никого нет, уходите. Опа, здесь? Опа. А я иду, и иду пацанов убивать. Так, а я иду в пиццерию. Здрасте. На сцену. Это жесть. Да. Вы расходились? Смотри, сколько их тут ходит, как у себя дома. Ой. Так и есть. А так, что вы у себя, это мы у себя дома. Кстати, ты видел, Дима, здесь офигенные есть картины? Эх, жесть, убил меня. Это... Там, кстати, наши родственники. Прадедушка Фредди есть. Фокси, пират, Чика, просто сейчас Чика, я приду. Бонни. Бонни, гитарист. Тихо-тихо-тихо. Фредди, тихо. Вокалист. О, Димас, так во-во, это рок-группа получается. Это самые лучшие звезды. Фокси на барабанах, Чика на посуде, Бонни на гитаре. Фредди... поет. Фредди на микрофоне. Да. Все сходит, смотри, какой страшный челик. Ой. А вот это вот Фантайм Фокси, или как?
Блин, она... я маску забыл взять. Так. Какие-то злые они очень сегодня. Здравствуйте. Так, Дима. На него светить надо, когда он... И он начинает ржать, как дурачок? Да, когда он слишком офигевший, на него надо светить. А когда он успокаивается, на него наоборот нельзя светить, потому что он кусает потом. Понял, Дима, ну открой мне. Я же в Snap Steam играл, это я шарю. Открой мне левую дверь, ой, правую. Hello. Правую? Открываю, давай. А, подожди, я же могу вроде сам открывать, не? Hello. Ну да, я не знаю. А что ты типа... О! А как так-то? Это что, был дабл килл? А, он с сзади вылез. С вентиляции вылез на крысу. Так, так а сзади мы не можем закрываться. Ну да, большая крыса прилезла. Кстати, Димас, в общем, потом покажем подписчикам. Здесь есть прикол сзади вот этой пиццерии. Там какая-то пасхалка есть. Ну там нажимаешь кнопку, и все черное, мы уже показывали. Ну и там вылезают какие-то трубы из стен. Да, мы показывали. Ну нажмем еще раз. Надо будет еще показать, а то мы давно не показывали. Ну да. Так, уходи отсюда. Я свой. Слышу страшные звуки, Димас. Они реально всю карту тут заорали. Да отвали от меня. Сейчас, Димончик, сейчас, надо обмануть его. Давай с другой стороны, Димас. Кстати, скримеры классные сделали, Димон. Лучше, чем было. Я видел, скример поменяли на кошмарном Бонни из части какой-то. И на других тоже. Вот это они шумят там громко. Знаешь, на какой части? Сейчас скажу, где поменяли. FNAF 4, Хэллоуин, Пилпак, вот Джеко Бонни. Вот на нем скример поменяли. Смотри, кто пришел. Ой, добрый день. Дай ему пострача. Я под стол. Под столом, кстати, написано Ultimate Custom Night, Димас, смотри. Да? О, круто. Да, прочитай. Четко. Фонариком ему по ногам свети, не знаю, к чему это приведет. Давай, Димас, на прогиб его руку ломай. Я ему по голове буду ногами прыгать. Бей его, бей его. Надо было ему ногой треснуть разок, вот так вот. Смотри, провалился. А ну иди сюда, жопа. Блин. Не нравится, когда ему по голове прыгают. Мы в жопе. Так. Так, Дима, надо что-то придумать, как их замочить. Смотри, кто к нам залез. А он не может залезть, ему стена мешает. А ему жопа не пролазит, здоровая очень. Здоровая сильно? Ага. Объелся, наелся. И все. Так, я слышу какие-то звуки. Как будто чайник кипит. Ну да. Димас что-то не выключил чайник. Ой, я там испугал его немножко. Закрывайся. Так, сверху никого. Там вроде никого не должно быть. Так, Димочек, я тут посижу. Прикольно, ты кого-то убил. Так а зачем он тут лазит? Тут свои пацаны ходят. Так, давай-ка тогда я тоже что-нибудь возьму. Вот такое оружие есть. Но! Ого! Договор подписали. О, Дима, знаешь, я бомбу на двери поставлю, она взорвется, когда открыть? Нифига себе. А что, так можно было? Да отвали ты, вонючка. Говняк. Он гоняется за мной, Димон, помоги. Я только пришел. Отвали. Шипяшка. Ой-ой-ой-ой-ой. Так они читеры, двери открывают. А ну еще раз ставим на двери. Наши двери. А ну, Димончик, что будет, если открыть? Давай на эту тоже поставим. Давай. О. Если бы аниматроников было бы 100 жизней, то они бы умерли, мне Hello. Кажется. Прикольно мы сделали. Смотри. И под эту дверь. О, классно, да? Да я тоже кину бомбу. Прикольно, Димас, прикольно. Че, ждем их? Ходит он среди нас уже! Я вижу тень его! Я взрываю! Угу! У него еще голубые глаза такие красивые. Ребята, ставьте лайкосик за то, что мы с Димоном очень долго держимся. Дабл килл. А нет. У нас получается какая-то битва аниматроников и охранников. Да нет, кстати, они меня пугают иногда, я ж дергаюсь. Смотри, пришел дерево. Блин. А ты был в комнате, где Фредди за мониторами должен сидеть? Иду. Ха, прикольно здесь, кстати, сделано. Камера. О, а тут можно камеру? Димас, что-то тебе не везет, короче. А тебе везет? Ну, пока что да. Теперь я не дам себя убить. Кто здесь, духи?
Ты вас аккуратнее, а то меня зацепишь. А где ты? Где ты, чтобы я тебя не убил? Я думал, ты в этой комнате, Димон! Где ты, чтобы я тебя не убил? Я думал, ты в комнате, ты залипаешь, где камеры? Зашел за угол и сразу выстрелил вас. Знаешь, как это называется? Да. Называется префайр. Когда ты не видишь и стреляешь заранее. Да, 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 аккуратнее, Димас, только меня не зачисти, пожалуйста. Блин. Да как? Я же зачищал. Я видел. Я даже пройти не мог. Да я специально там и стрелял, чтобы ты пройти не мог. О, смотри, дабл. Ух, отлично, ребят, 2 килла. Тихо, 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 Димас, я тебя боюсь уже, как ты ходишь. Я в офисе буду сидеть. На тебе! Давай, Димон, нет, иди ты сюда. Ты пугал меня. Так. Димон, прикрывай меня. Я просто не так понял. Спасибо, Димон, за прикрытие. Классно. В голову пуля залетела. Красавчик. Я знал, что ты можешь. Я просто видел какой-то свет в конце. Да, блин, опять этот жлоб меня убил. И думал, надо стрелять туда. Все, Димас. Я нашел идеальное место. Ты идешь ко мне? Да. Привет, аниматроник. Ты как там? За иду, углом иду. Сидишь. Ха, получай. Димас, иди, в общем, в главную нашу комнату. Я тебе сейчас покажу тут кое-какой проход офигенный. Можно его оборонять, вообще супер. А, кто-то открыл, да? Нет. Да! Нет! Димас, ты открыл эту штуку! Не открывал! Ого, ребят, смотрите! Пацаны, смотрите. Выживаем! Димас, иди сюда! Каждый смотрите, сам за себя! Ого! А где ты? А я где вот эта открытая дверь сейчас открылась сзади, понял? А, я уже оттуда убежал. Надо было бежать сюда быстрей. Меня сейчас засосет в этот... В пучину! Мини-игру. Так, я ничего не вижу, короче. Ой, идет черная полоса. А, нашел, вот. Это знаете, как называется мини-игра? Рыбак. Подожди нас там, Димон, сейчас мы придем. О, вижу, вижу Фокси. Пацаны, Фокси, ждите. Пока... Я еще выживаю до последнего. О, ребята, пасхалка. Я тоже. Лефти, мы с тобой остались вдвоем. Подскажи свое последнее слово. Я не уйду, не уйду работать в пиццерии. Потому что я... Так, где мы? Welcome Strange. Welcome to Strange. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, кто-то Пикачу и Фокси 31. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет, привет. Все просили, чтобы мы записали рубрику «Аниматроники пугают охранника». Карта у нас СНАФ 1. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. У нас есть энергия, которую можно посадить, закрывая калитки. Давайте проверим. Нет, энергия не садится. Или садится? Надо свет выключить в пиццерии. А, свет. А вы пойдете выключите. Не-не-не-не-не. Не? А чё? Кто-нибудь из вас. Сыкать? Ну, давай, я пойду. Только вы не убивайте меня просто так, хорошо? Я же наполовину добрый. Как всегда, настроение классное. Надеюсь, вам понравится. Вы поставите лайкосик и подпишитесь на канал. Потому что ролики выходят у нас каждый день. Играю с подписчиками. И заходите в наш Дискорд. Все, кто хочет, может с нами записывать. Ну, обычная постоянная есть, но кто хочет, новенькие тоже заходят. Так, играет конченная музыка, которую я знаю с детства. Теперь у нас будет садиться энергия. Давайте проверим. По идее, должно быть. Она медленно должна уходить. Садится, садится. Так даже не медленно, а как-то очень быстро даже уходит. Так, разрешается брать с любого пака, чтобы было интересно. И какие-то прикольные звуки они издавали. Выключим фонарик, потому что здесь очень светло даже. Очень. Так, 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 ходим. Вы слышите эти звуки, нет? А вот там кто-то ерзает курткой. Тишина. Лампочка там искрит. А, мы ж можем камеры клацать, точно. Так, надо что-то взять, чтобы я видел прицел, во. Так, надо встать, да, правильно еще. Главный зал, давайте будем так смотреть. Так, я вижу, там идет Фредди. Так, давайте свет еще поставим. Мне кажется, будет интереснее со светом. То там темно? Свои, свои. Я пришел, ушел. Во, теперь вообще четко. Ну-ну.
Так, пошел, идет. Он идет к нам. Я вижу, приближается. Мы успеем двери закрыть, потому что он очень медленный. Подожди, а где он? Идет. Закрываем двери. Я слышу, он ходит за дверью. Кстати, очень напряженный момент. На карте такие звуки грома, и значит на улице идет дождь. Чё ты там стоишь? Замер. Как статуя, никого нету. Ну надо же закрывать, наверное, уже, да? Меня нету тут. Как это тебя нету здесь? Мы тебя видим. Ты зря закрыл дверь. Я слышу, они там топчутся. Я когда в углу стою, я не могу нападать, только возле двери же. Я тоже, кстати. Стоит, я вижу. Откуда? Блин, как точно, как по РПшке. Молодец, красава. Это тоже стоит тут, челюстью шевелит. Мы должны успеть. Оп. Есть. Так, ждем. Он ушел? Так, музычка заиграла. Моя любимая. А, они вдвоем ушли. Во, на сцене, вижу, стоит. Аниматроника выбирает. Это, знаете, за кадром. Ой. Они каких-то жестких аниматроников берут. Так, там кто-то уже начал двигаться. Отвали, я успел. О, стучит рукой. Знаем такую анимацию, очень прикольно. Эй, этот... Эй, голова, ты кто такой? Если что, я у двери можешь открывать. Ой, я у двери. Так, никого не... А, он стоит. Черноглазый, это у него другой режим такой. Так. Испугался? Обосрался. Мы смотрим сцену, как ты выбираешь другого аниматроника. Так, он взял Фокси. А Фокси, он очень быстро, он побежал уже. Если я появлюсь в офисе, вам либо надо отвернуться, либо открыть сек. Мы другой вариант выбрали. Эх, отваливай. Исчез. Отлично. Никого? О, слышишь, что попрыгунчик? Это прикольный аниматроник. Так, давайте камеры поклацаем. Так, я вижу. Фокси бежит, прощай. А, не прощай. Я даже не знаю, что делать. Бегай. Так, убежал. Ты можешь спасти своего друга. Обстоятельства. Есть, успели, красавчики. Слышишь? Песенки поет. Так, давайте еще камеры поклацаем. Так, что-то камеры не клацаются. Заели кнопки. Надо как-то вот так вот подходить, да, или дальше. Так. Во, это очень страшный режим он включил. Во, вот так видно. Прискакал. Да? Да-да. А ты ничего не можешь сделать. Ты просто как дурачок тут прыгаешь. Открой. Не сотка, блин. Я стекло сейчас все разобью. Вот так вот. Димас. Да. Вернись. О! Ты чё, а что ты сделаешь? Танцуешь или ты стекло царапаешь? Стекло царапаю. Ай, ну вот ты танцуешь как будто. Стрипчиз какой-то. Не-не-не. О! Это фиолетовый Фредди так делает. Так, они там бегают, веселя... О! Зовет нас, чтобы мы вышли. Не ведись. Сейчас добавим немножко жесть. Так. Пошел вон. Будет немножко страшно. Да мы не боимся, у нас просто электричество кончается уже. Опа. Кончится. Я смотрю на Чику. Так, она просто стоит. Чё, офигел мое оборудование, а ну иди. Ой, не ту кнопку нажал, говно. Понимаю. Так, что он там делает? Просто стоит?
Закрывай, это додик бежит. А я бегу по пиццерии пешком. Так, 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 они ищут меня. А я тут побегаю и убегаю назад. Эй, отвали! Что за конченый звук ты издаешь? Эй-эй-эй, хватит! Заходи, закрывай! Есть! Я прогулялся по пиццерии. Зря вы сюда пришли. Обход делаем. Вот говно, оно не ломается здесь. Эй, кто-то на сигнализации приехал. О, я знаю, она там сидит внутри. Вылазь. А ты не можешь убивать, ты просто как дура... Ой, 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 я застрял. А, дверь убийца у нас. Кто следующий? Заходи, мы тебя придавим. Окей, хорошо, давай. Так. Я пошел отсюда. Мы тебе сейчас это... монтировка по башке дадим. Вот это не... А я иду, иду. Куда ты идешь? Стой, может у нас не, неуязвимость включена? А ну стопэ, давайте посмотрим. Так, неуязвимость выключена. На всякий случай проверю, вдруг вы захотите нас убить когда-то. Боками мы хорошо справляемся. Ого, у тебя сколько жизни. Знаете, как всегда мечтал сделать? Вот так вот. Постерача сделать аниматронику. Пошел отсюда, щенок. О, по животу. По животу с ноги. Давай, иди сюда. Эй, а ты что тут делаешь? Всех троих убил. Ты вообще какой-то очень злой. Жесткий. О, там песня Happy Birthday пошла у нас уже. Давайте, чтобы мы видели всю сцену. Я слышу, идет какой-то чилипиздрик. А я иду, иду, шагаю возле окна. Хочу убить охранника. Но не могу достать. Ой, привет. А это что залипает? Ушел. Ой, ничего. Привет, живот. Так, пацаны, я ж могу на В пролететь, да, и оказаться в подвале случайно. Вообще, прям случайно. Да. Так, чё она не открывается? Чё за дверь крепкая у вас тут? Кто её где? Ой, ой. А чё я не могу ходить? Во. Ещё разок. Крепкая дверь. Чего она не открывает? Я не понял, какое в этом дело? Да оно не открывается. А ты в курсе, что для нее нужен был ключ, который лежит у вас в офисе? Да. На тебе бомбу. Ой-ой-ой, все, я пошел до себя. Она так не сдетонирует, ее надо активировать. А дашь, чем ее можно активировать? Обычной гранатой. В принципе, логично. Ой. Все, офис захвачен. Ой, активировалась бомба. Прощайте. А, не, не взорвал. Что такое? Просрала, что ли? На еще. Это было больно. Че, только одна взорвалась? А вы живые? Я в офис там немножко подвез бомб. Кому надо, берите. Ого. Я весь этот коридор завалил бомбами. Нормально? И еще. Ой, лагает. Давайте удалим парочку штук. Не вот так вот. Я на них поржал. И смотри, как мы сейчас ее активируем обычной гранатой. Да, а нет, это не оружие. Подожди, то ж не оружие, то NTT. Ты будешь активировать? Будет очень большой взрыв. Да. Прощайте. Нас могут убить. Okay. Не активировалась? Бу. Я помог. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Абгай, Неон, Леон, пацанчики, поздоровайтесь. Всем хай. Привет. Сегодня мы играем на карте FNAF 3, самая любимая рубрика на моем канале, аниматроники пугают охранника. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Сегодня, ребята, я буду брать очень классных, больших аниматроников, они даже, в принципе, не лазят в карту, но это не один из тех, кто самый большой, есть намного больше. Пацаны должны поставить там шкафчик, и у нас сегодня необычные правила. Пацаны будут прятаться в шкафчик. Если они сидят в шкафчике, я не могу их убивать. Даже два шкафчика поставили. Давайте проверим, как они будут прятаться. Пытались они построить что-то, двери, пытались, но что-то не получилось. Очень детализированный аниматроник. А если я нажму Е, я не смогу открыть двери?
Нет, двери не открываются. Эти двери не открываются. Ну все сработало, не могу я к вам попасть, поэтому мы будем потихоньку уходить. А я сам стою и думаю, может кто-то из вас выйдет, никто не выходит. А вы знаете, да, что я рядом стою? Ха-ха! Вот хитрые жуки. Я думал, вы все-таки выйдете, я вас сразу хрясь и убью. Ну то ладно. О, я вижу, вы поставили экран, кнопки. Вы теперь можете чекать, где я по карте хожу? Да. Хорошо, хорошо. Ребята, давайте я вам покажу, какие у нас есть аниматроники. Они просто гигантские. Смотрите. У меня голова даже в карту не влазит. Он какой-то мега здоровый. Ну, есть еще больше, смотрите. Ого, он кабан какой. А есть звуки? Ой, прикольно. Я приближаюсь. Ну-ка. Отлично. Ну что ж ты, ничего, да, не успел в шкаф залезть? Чуть-чуточку. Так, ну, давайте будем обманывать их. Обманным путем. Так, я не... Ого, они камер наставили. И тут, что ли, куча камер? Эй, надо было 4,5. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят. Каждый день стараемся людям поднять настроение и записать то, что вам нравится. И можете под этим роликом написать то, что вы хотите увидеть в следующей серии. Мы прислушаемся и записываем, потому что в этой серии, что вышло сегодня, вы все написали «Аниматроники пугают охранника». И мы с удовольствием записываем эту рубрику для вас. Ну что вы, пацаны, я же невидимый был. Ладно, ладно, давайте будем по-честному играть. Ну а хотя аниматроники могут же невидимыми ставать. Это уже возможно сделали нам. Значит, я могу ходить невидимый. О, какой волчара. О, давайте... Ай, блин, одну жопу видно. Давайте вот так пройдем. О, привет! Что... Один успел залезть, второй не успел. Ну то ладно. Продолжаем. Давайте возьмем немножко маленького аниматроника. У нас есть вот такой вот челик. Вам слышно? Да. Он в вентиляции полез, кажется. Эй, нет, я не в вентиляции. А я могу в вентиляцию лазить? На самом деле, наверное, могу. Опа, кого это? Надо же прятаться, мы же договаривались, пацаны, ну. Пошел, пошел, пошел. Негодяюшкин сын. Так, что у нас тут? Все хорошо. Карта очень классная, надеюсь, вам эта пиццерия нравится. Можете написать, какая вам пиццерия больше всех нравится. Моя любимая пиццерия это FNAF 3. Не знаю почему, но она очень круто сделана. Она маленькая, но при этом есть разные ходы, здоровенное стекло, где можно навалять аниматроников и показывать им дули. О, вы поставили дверь! О, спасибо, что открыл. Молодец, моя школа. А я могу ее закрыть? А, надо кнопки ставить. Я понял, я понял. Так, ребята, все хорошо? А ну-ка. Что я могу делать? А, я могу бояться света. Пошел, 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 пошел. Ну что ты невнимательный? Я буду убивать каждого, кто будет стоять и смотреть на классного аниматроника. Давайте пройдемся по карте. Надеюсь, пацаны сейчас сконцентрируются, не будут так сливаться. Пошел, по... Вы слышите меня по звуку, где я по карте хожу? Ты в самом дальнем комнате. Да. Вы все знаете, да, я так понимаю? Хорошо, хорошо. Тут не везде камеры стоят, но... А, вы не можете просматривать самые дальние части, да, на карте? Там есть одна. Опа. Кого я взял? Балерин? Так, все-таки нам пора уже записывать рубрику «Угадай аниматроника по звуку». Ребята, если этот ролик собирает 2000 лайков, мы сразу записываем рубрику «Угадай аниматроника по звуку». Мне кажется, это будет новая рубрика, которая очень хорошо зайдет. И угадывать буду я. Как вам такая музычка? Даже видно. Специально иду не быстро, чтобы вы успели запрятаться в шкафчике. Это первый левел, первая ночь. Вон тебе коридор просматривается. Да-да-да. А ну я посмотрю, как там в камере видно все. О, я вижу себя. Так, это вы можете вентиляцию. И тогда зашел аниматроник и чекает, что вы тут можете у нас увидеть. Так, вот это, вот это, вот это. Отлично. Пошел, 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 мужик.
Вы что, в шкафчике сидите? А я вижу, вылез. Так, идем назад. А ты, блин, ну смотри, залез назад. Хорошо, у нас еще вот такой челик есть. Он вентиляции, скорее всего. А, я не могу пройти вентиляцию, застревает жопа моя. Да. Такой говорит радостно? Да. Ну сейчас я вам приду, сейчас. Я вижу, ты смотришь на меня, я иду к тебе. Я приближаюсь, идет псих-убийца. Так, слышу, по запаху пахнет говном отсюда. Эй, выходи, подлый трус. А вы не можете выйти, если я нажму, да, ничего? А если... Вот давайте проверим, смогу убить через двери. Нет, не могу. Кстати, очень классная идея, можно прятаться в шкафчике. Чего мы раньше так не делали? Это же гениально. Так, давайте немножко возьмем их хитростью. У нас есть челепиздри, который очень маленький, я могу им аккуратненько вот здесь пройти. Мне нравится, это же круто, ну. Давайте сходим сюда. А ты по камерам меня не увидел вентиляцию? Там же у тебя камера стоит, ну. Что за мина? Давайте я где активирую мину. А что она не взрывается? Мина, взрывайся. Не хочет. Пацаны, отсыревшая мина просрала она у вас. Видно, в воде побывала. Вот, блин, смотри, бочки поставил. Эй, вы везде забаррикадировались. Я никак не подберусь к вам. Ага, один тут стоит. Залагал. Отлично. Это же залагал? Залагал. Бывает, бывает обстоятельства. А что у нас тут? Ага, это тупик карты. Давайте возьмем еще какого-то аниматроника. У нас же целая куча классных аниматроников. Идет Балумбой, хочет у вас украсть свет. Hi. Так, какие еще звуки? Hello. О! Hello. Я такой быстрый? О, у нас есть другой режим. Значит, в этом режиме я смогу убивать вас. Ого! Даже калитка как-то у вас отвалилась странно. Не хотел, не хотел. Кстати, я не знал, что он бьет на расстоянии. Так, у нас есть марионетка. Вы сейчас увидите, вам понравится она. Я снял маску, иду без маски. Прикольный звук анимации, слышите? Эй, открывай двери, я вам пришел поколядовать. Хорошо, хорошо, мы сейчас через вентиляцию к вам зайдем. Очень классные охранники, мне нравится, как сегодня они играют. Все по-честному. Эй, убил! Это тоже бьет на расстоянии? Да что вы такие злые аниматроники? О! Так, подождите, я застрял в пузе своем. Пошел, пошел. О, я могу лезть на картофанах. Пацаны, кто не успеет запрятаться, замочу. А, я не могу через решетку мочить. Ах ты хитрый жук. Пошел, пошел, пошел. Так, я тут тоже не могу пролезть. А как же к вам добраться? Там двери, здесь бочки. У нас есть еще... О! Hello. Привет! Я могу через решетку вас как-то убить? А ну высуню бошку, я тебя смогу убить? О, красавчик, молодец, моя школа. Проигрываешь только так. Балунбой, убийца идет. Нет преград, но есть цели. О, что-то вы запустили такое говно дымящееся. Ого, вы накоптили. Я думал, что у вас там пожар какой-то горит. Так, что-то невидимое. О, у нас же есть аниматроник, который может убивать на расстоянии. И убивать, и получается может ударять пропасть. Чпонь, чпонь. Отлично. Эй, ну что ты? В шкафу сидел. Я могу бомбу уничтожить. Не могу. Идет плюш-трап убийца. Неадекватный аниматроник. Эй, хорош шуметь. О, гармонист.
Идет. Как вам музыка моя на гармошке? Топчик. Топчик, хорошо. Сейчас я к вам подойду. Эй, а что произошло? Анимация, да, сработала? Понял. А вот это вот. А я иду. О, ха-ха, прикольно. Пацаны, смотрите, что я могу. Дискотеку вам могу устроить. Или вот так могу встать. Опачки, на одну ногу. Как вам такое? Подождите, я знаю, что она может танцевать макарена. Эй, вы сейчас меня воротами убьете. Бабушки. Прикольно, музычка играет. Я не знал, что она такую музыку запускает крутую. О! Тара-тара-тара-тара-тара-ра. Ребята, кто знает эту песню, напишите в комментариях. Я знаю эту песню, потому что эта песня очень старая. Ну, называется «Макарена». Танцуем себе, стоим. Это, знаете, отвлекая внимание. Сейчас придет и жестко замочит всех. Ну, я вам танцую песню, вы не выходите, ну. Опа-па. Я же знаю, я вас вижу, вы там стоите. О, давайте проверим одну фишку. Если я возьму плюш-трапы, я смогу удалить их ящики. Ой, я застрял. Нет, ящики не удаляются, это не считается за проб? Да ладно, я должен удалить все. Все, ушел. Я обманул. Это же аниматроник, они очень хитрые. Ушел, все, точно. Ой. Я обманул, я пришел. По красоте все у нас получается, мне нравится. Все больше и больше. Так, я сюда иду. Чё за мины? А ну взорви, убьет меня или нет? Что-то я передумал, мне кажется, 700 жизней сразу вынесется. Я не могу удалить мины, почему? Ого, дало под срачником. Я знаю, где ты живешь. Не успел. В холодильник решил залезть? Это так не работает. Так, давайте возьмем братушку его. Лезет. Эннард, 830 тысяч жизней. Кто его убьет? Ты? Эй, засунь в жопу себе свой пистолет. Вы даже мне ничего сделать не можете. Слышь, закрывай. А я могу залезть? А ну выйди со шкафчика, я смогу залезть или нет? Для интереса. А ну-ка, я сейчас я нажму. О. Так что, аниматроник может прятаться тоже в шкафчике? Ну это же круто, ну. Очуметь, я не знал. А ну еще разок. Четко, мне нравится. Привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы с подписчиками играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Карта у нас FNAF 3, мы с Серегой будем охранниками, а подписчики нас будут пугать. Серега, мы 1000 лет с тобой не выживали вместе, мы обычно играем друг против друга и троллим. Сегодня мы будем троллить немножечко подписчиков. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем метать ножи в стену. Да, Серега, классно же? Да, я по аниматроникам кидаю. А, ты тренируешься, чтобы сдалека прям в голову, видишь, мимо? Я пока я за тобой сразу. Так, мы здесь поставили двери, очень классные двери. Немножечко ловушек. Немножечко ловушек. А где ты их там поставил? Есть. О, я вот. Слышу, это уже значит пошло действие. Так, давай двери откроем. Давай. Слышишь? Опа, вон. А я иду. Охранников мочить. Настроение, ребята, как всегда классно. Надеюсь, вы поддержите лайкосиком. И подпишитесь на канал, ролики выходят каждый день. А мы с Серегой что-то не можем их как-то убить. Надо нам придумать, как через окно наносить им дамаг. Например, подсрачник не работает, да? Да. Я вообще застрял. У нас вообще нет подсрачника. Я его не скачал. Ты его удалил. Ну, посрач! Эй! Там мы двери все жмем подряд, ты и я. Класс. Отвали! Серега, пошли отсюда, мне он уже не нравится. Ладно, валю.
Прикольно этот проволочный челик. Так, 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 так. Они там топотят, я слышу. Мы немножечко сюда сходим. Слышите эти звуки шипения какие-то? Слышим. Это разговаривает, да, аниматроник? Да. Блин, надо какой-то придумать им западло сделать. Я слышу его. Так, так, так. Здесь мы не пройдем. А! Кто это взрыв делал классный? Это моя бабушка. Я тоже хочу. Сработала на какого-то дурачка. Да. Так, Серега, я вижу, ты наставил там лазеров мощных. Вот, да. Смотри, два засранца. Я вижу, на. Я успел гранату кинуть. На тебе, жопса. Ты не пройдешь. Ты не пройдешь. Я могу его админским пистолетом убить, но не буду. Не надо. Рано еще их мочить. Они очень добрые, кстати. Они просто изучают территорию. Не успел. У нас даже калитка скрипит. Димас, отойди подальше, я пердежную гранату кинул. На, а, не, там не твои надо. Ловушки срабатывают. Да. Так, я слышу, кто-то топотит опять. Двери у нас такие немножко стрёмные, но видно все. Че ты пролазишь сквозь стену, красноглазый? Отходи, Димас. Кидай. О, отлично. Наша дверь отравленная, вы теперь не пройдете. Не убивай, да что ж такое? Не могу, не могу. А, это текстурка двери, я даже не могу простреливать. А, простреливается. Серега, я могу тут сквозь щель мочить. О. Дробаш? Да, я что-то возьму мощное. Это не дробаш, это снайперская винтовка. Я случайно взял, извините. Димас, ты сейчас все. Да ж, не, не. Пристрелил в голову, красиво. Ай! Я что-то упал, Димас. Помоги. Знаешь что? Мне. Ты стоял на дай месте спауна. Я знаю. Может, давай тут поставим, чтобы мы не умирали друг в друге. Так. Сейчас мы сделаем что по красоте. Тебя опять убить? Я сейчас тебя замочу. Они с двух сторон решили нападать. Ого, звук такой прикольный. А с чего ты стреляешь? Снайперских винтов. На. Ай, Димас! Это я тебя убил на расстоянии, шо ли? Да. Вот, блин. Ай, опять я. Все, Серега, я его больше брать не буду. Так, давайте другое возьмем мощное оружие. Вот, например, вот это. Так, 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 заряжаемся. Или давайте, может, вот это возьмем. Сейчас давай, давай, мочи, мочи, Серега. Ты разозлился. Не позорь мои трусы. Такой звук прикольный выстрела, когда вентиляция стреляешь. Не успело. Я тебя увидела. Ты не пройдешь. Так, давайте еще возьмем какое-то мощное оружие. Слышишь, этот звук какой-то прикольный? Серега, отойди, я вентиляцию. О, это черное очко, Дебас. А мы не умрем, да? Возможно. О, открой вентиляцию и стрельну, чтобы дальше она полетела. Да почему она стрельнула здесь? Да, тебя не убил, зато меня убил. А, у меня было 1000 жизней из-за того оружия. 10 000, скорее всего. Так, 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 я слышу какие-то звуки стрёмные. Так, слышишь, Фантайм Фредди, пошел отсюда. А не то я тебе черным очком жахну. Серега, прости. Блин, тоже не буду черное очко, ладно, ладно. Буду белое очко. Нет, этот пистолет тоже сильно имбовый. О, давайте вот этот возьмем. Замораживающие пули. Ой, Серега, сейчас нас заморожил. Ой, его заморозил. Блин, не простреливается окно никак.
Я вижу его. Твоя тень здесь. Эйнард, отвали. Димас, отходи. Я иду туда. Давай. О, щекоталка. Есть, я закрыть успел. Отлично. Ой, блин, Серега промахнулся. Обстоятельства, бывает. Мы и так долго продержались. Ныкаемся от них. Эй, ты чё на него нападаешь? Его мочишь. Да я его замочу. Блин, дверь не в тему наша работает. А! Ого! И ушел. Запоносил нашу дверь и свалил. Давай. Испортить настроение. Опа, опа, идет с гитарой. И чё? Прикольно, давай, давай, лупи, лупи, лупи. Ты сможешь. Прикольно, да, лупит? Давай, давай. Наваливай, наваливай. Опа, и Фредди пришел танцевать. Прикольная музычка играет, конечно же. Смотрите, что он чудит. Чудит и руки поднимает. И Фредди танцует. Блин, никак их не убить. Нет, это не то. Серега, извини. Обстоятельства. Обстоятельства. У меня всего 11 жизней осталось. Так, другую песню, да, ты запел нам? Давай. О, вот что их может остановить. Серега? Ну вот это мы наваливаем. А, жопса. Какой умный человек поставил дверь, как я, например. Давай, Серега, я его сдерживаю. Ничего-то не хватило мне. Серега, ну... Тут какую-то гнилую музыку играет. Ого, вы мочите. Не, все, ребята, до свидания, будка закрыта. Нам дайте немножко отдохнуть. Праздника не будет. Да. Ого. Нет, Димас, это перебор. Не, она ничего не сделает. Нам хана, Димас. Нет, мы живые с тобой останемся. Живые? А чем они их не убили хотя бы? Ты да. Не тут убиваешь, давай я тебе покажу, какую надо. Вот это вот надо, Серега. Вот это она меня в морду вписала. Бу, вот это, да? Видишь, мы все умерли четко. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Ты слышишь?